собираем и чернику. Вот в таком лесу. Вот, но мы здесь не одни. Народу сегодня много, суббота. Ну вот что, устал, да? Ну, собираем и чернику. И мы уже хотели уходить. Нам уже надо бы уходить, нам пора бы уходить. Но я отсюда не могу, просто не могу и все уйти. Потому что у меня вот такая вот черника. Но она не сильно-то уж и крупная, есть и крупная. Но вот это супер. Я отсюда уйти ни в какую не могу. Вот я эту горочку пособираю, потому что бегали по ягодке, народу очень много. Лес далекий. Нам сказали, что здесь нет этой черники нисколько, нигде. А ее тут, ой-ой-ой, сколько много. Сказали, мы только литр набрали. Нету черники никакой. Ну разве ж это не черника? Это супер. А мы литр набрали и все за целый день. А я вот уже набрала за сколько? 2 часа, да? Пару часов, сколько литра. Ну, мне не так уж много осталось. Пока не доберу, никуда не пойду. Все, молчу. А то мой хозяин будет выступать. Тут у меня мусора много. Но я пробиралась по кустам. Все, Саша, можешь отчаливать, забирай мою камеру. Веська мелькнула там где-то. И что-то пошла в сторону. Я думал, она сейчас по этой дорожке пойдет. Она что-то тут по этой дорожке не захотела. Ну, будем дать смотреть, где она там выскочит. Бля. Ой, что ты меня снимаешь? А-а-а. Я вся в чернике. Ну и молодец, да. Ухожу. До свидания, до встречи. Всем пока-пока.